各位网友大家好，欢迎收看由东方网在第六届上交会现场为您带来的在线访谈节目，我是主持人张奇月。上交会啊，不仅仅是一个技术交流会，也是境内外领先技术展示的一个重要平台，它吸引了大量的国内外高新产业项目来参展。那么今天啊，我们就很高兴地邀请到了俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学副校长 Alex Brokov 先生作为我们本期节目的嘉宾，与我们进行互动交流。您好。你好。首先啊，非常欢迎您做客到我们的节目当中。那据我所知啊，您已经是两次的参加上海技术展了，那是什么原因促使您再一次的决定参加这个活动呢？咱们本次展台的这个展品又体现了哪些新的理念呢？Во-первых, приветствуем вас за участие в Шанхайской выставке технологий. Вы уже второй раз участвуете в Шанхайской выставке технологий. Почему решили вновь принять участие в данном мероприятии? А какова концепция представленных на стенде экспонатов? Сюся. Спасибо. Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что мы действительно первый раз участвовали два года назад в этой выставке. Тогда у нас была экспозиция Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. И участие в выставке было приурочено к открытию представительства в Шанхае, в районе Пудун, представительства Санкт-Петербургского политехнического университета. Хочу особо отметить, что это первое представительство, которое имеет в Китайской Народной Республике Российский университет. У нас была очень представительная делегация во главе с ректором. И я бы сказал, мы набирались опыта, огляделись, узнали, что это за выставка, какие участвуют страны, компании. И в этом году мы этот опыт уже учли. 当时呢, 我们看到了, 也明白了, 是哪些国家, 哪些企业公司参加这个展会, 所以呢, 这今年呢, 我们就决定来参展了。 Во-первых, у нас общий стенд с городом Санкт-Петербургом, побратимом Шанхая. 首先呢, 我们是上海的友好城市, 圣彼得堡, 跟我们一起参加这个展会呢。 Но основным лидером и ответственным за наполнение стенда и основные участники это, конечно, сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета вместе с нашим представительством. 当然嘛，展台的建立布置都是由我们那个圣彼得堡工作人员和圣彼得堡上海办事处的工作人员共同直接完成的。 Помимо экспонатов, демонстрирующие наши последние достижения и уровень разработок, в этом году у нас есть ряд очень важных новаций. Это зона, в которой мы имеем возможность проводить круглые столы. За два дня работы выставки в нашей зоне на стенде и в нашем представительстве мы провели где-то около 10 круглых столов на разные актуальные темы. Мы очень хорошо подготовились, и сотрудники нашего представительства очень нам помогли и пригласили очень много участников на круглые столы по определенным темам. 我们办事处的员工们训练得非常好，工作水平非常高。在这个会议期间呢，邀请了各行各业的很多的这个好的著名的公司参加这些圆桌会议。 Я бы отметил прежде всего церемонию открытия, когда у нас был полный зал, и на нашей церемонии открытия, на нашей площадке были представлены и другие университеты, в частности, Московский физико-технический институт. 在我们开幕式举行开幕仪式的时候呢，在我们这个展台上，参加了很多来自各行各业的公司、学校，其中包括莫斯科物理工艺大学。
Два центральных доклада было представлено от администрации от правительства города Санкт-Петербурга. Конечно, солировал Санкт-Петербургский политехнический университет как лидер национальной технологической инициативы. Он представил доклад о национальном центре исследовательском в области национальной технологической инициативы по передовым производственным технологиям. 当然，那个圣彼得堡理工大学作为俄罗斯的高技术创意项目的主要执行人，它的负责领域是高性俄罗斯高技术项目创意的生产工艺新技术的方向。 Присутствие руководства районной администрации, генерального консула Российской Федерации в Китайской Народной Республике, мы подписали ряд важных соглашений. 参加展会的还有那个浦东新区的领导，还有那个俄罗斯驻上海总领馆的领事，我们签署了一系列的协议。 О создании совместного центра в области биомедицинских исследований. 我们建立了在这个生物医药领域的中心。 О создании центра в области изучения русского и китайского языков. 建立了学习俄语跟中文的中心。 Соглашение о сотрудничестве с ассоциацией в области автокомпонентов и оснастки для автомобильной промышленности. 还在这个汽车生产领域，汽车零部件生产领域，跟一系列的这个协会进行了合作。 Выставка еще не закончилась, но подводя промежуточные итоги, можно отметить, что было очень много важных деловых встреч по существу, очень много посещало стенд серьезных специалистов, с которыми мы обсудили многие направления сотрудничества. 在目前展会还没结束的时候，在现阶段也可以做一个现阶段的总结，在这个展会期间，参观了我们展厅，也很多这个各行各业的。Я отмечу два только круглых стола. В первую очередь, это круглый стол фактически по проблемам наукоемкого инжиниринга в области автомобильной промышленности, на котором присутствовало более 10 представителей, президентов, генеральных директоров, генеральных конструкторов китайских фирм высокотехнологичных. 在这个汽车工程领域方面，我们举行了圆桌会议呢。 从中国方面参加了十多个中国汽车行业的企业领导、研究院的领导、工程师、总工程师。 Сотрудничество настолько стремительно развивалось, что познакомившись в первый день, на второй день уже прилетел из Пекина президент компании, и в конце второго рабочего дня мы подписали соглашение о сотрудничестве. 在汽车工程领域，我们这个发展如此迅猛，就是。 在展会的第一天，我们跟这个工程汽车工程领域一个企业的副领导、副总经理认识之后，第二天总经理就飞过来了。然后在这个展会昨天结束的时候，我们签署了合作协议。 Более того, мы в воскресенье вернемся в Россию, а уже в среду наша делегация полетит на очень большую представительную конференцию в Пекин. 我们这个星期天要返回俄罗斯，但是下个星期三，我们的代表团又要飞到北京。 去我们这个著名的大的车企去参加这个他们的这个活动。 Еще один круглый стол, о котором нужно безусловно сказать, это было Snair Group. Соответственно, генеральный директор присутствовал. Это крупнейшая компания, электроэнергетическая компания Китая, работающая в области Smart Grid. 我们那个另外一个圆桌会议呢，在这个电力行业参加了这个很著名的这个电力工程企业那里。 Перед этим круглым столом был визит в наш политехнический университет, и фактически это уже продолжение сотрудничества, где мы обсуждали и вопросы создания совместной лаборатории, и подготовки, переподготовки кадров, и совместной деятельности на российском и китайском рынках. 那个在这个和南瑞的电网的合作的圆桌会议上，我们探讨了建立共同的联合实验室。 在俄罗斯推广项目，然后在中国方面推广俄罗斯项目等各方面的议题的探讨。
Поэтому мы видим уже реальные результаты нашего участия в этой выставке, реальные контакты. Уже практически можно говорить о реальных контрактах серьезных. Поэтому выставка, мы считаем, что была для нас очень успешной, и мы наверняка будем участвовать в следующих. 今天我们已经看到了这个展会给我们带来了真实的结果，真实的这个各种沟通的渠道，真正的非常高端的沟通渠道，所以呢，我们还要继续参加下一届的展会。 那据我所知啊，你们已经和一些俄罗斯企业达成协议，并建立了数字化工厂，并使用项目数字化双胞胎和数字化进程。那么这个过程是如何进行的呢？你们又是如何获得该成果的呢？ Как я понимаю, вы представляете Центр компетенции национально-технологической инициативы, и в работе работают двойницы цифрового моделирования. Как, о чем его цель, в чем образовательное значение вот этого проекта? В 2014 году, в конце 2014 года в Российской Федерации запущена национальная технологическая инициатива, стартовала. 2014年俄罗斯联邦政府启动了这个高技术全俄罗联邦的高技术倡议这个项目。 которая направлена на повышение глобальной конкурентоспособности российских высокотехнологичных компаний на глобальных рынках. 目的就是让这个俄罗斯这个高新技术企业提高他们的竞争能力，在这个全球范围里头提高他们的竞争能力。 Политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, возглавляет, координирует деятельность по такому важному направлению, как передовые производственные технологии. Advanced manufacturing technology. 圣彼得堡理工大学在这个项目里头呢，是负责这个先进的生产技术方向的这个。 Эта деятельность в первую очередь связана с цифровой трансформацией бизнес-моделей, бизнес-процессов наших крупнейших компаний, корпораций Российской Федерации. 这个项目我们的最终的目的是俄罗斯联邦的这个。 大型企业公司把他们的生产的工艺生产的过程进行一个数字化。 Национальная технологическая инициатива, по крайней мере в нашей области, направление Технет, она очень коррелирует, связана тесно с Industry 4.0, которая есть в Германии. 我们这个高技术倡议这个项目里头的我们负责的技术工艺发展方向呢，实际上跟那个 德国的工业 4.0 是相当密切的关系。 С программой Advanced Manufacturing Partnership в Соединенных Штатах Америки, партнерство в области передовых технологий. 跟美国的类似的这个项目也是同样的紧密关系。И с такой китайской программой, как China 2025. 也跟中国的这个中国2025年的。 整体国家项目也是类似。 Если это объединить тремя словами, то это называется четвертая промышленная революция. Все движутся в этом направлении. 简单的说，这就是第四次这个工业革命，大家都在往这个方向努力。 Если чуть-чуть конкретнее, то, соответственно, речь идет о формировании основ цифровой экономики, конкретно в данном случае, в нашем случае, цифровой высокотехнологичной промышленности. 然后具体的说呢，就是建立一个数字经济。对我们这一块来说呢，就是高新技术生产、高新的技术生产工艺方面的这个数字化。 В Российской Федерации был проведен конкурс в конце 2017 года среди университетов и академических институтов, институтов Академии наук, на право быть лидером по тому или иному направлению. Наш политехнический университет выиграл этот конкурс как раз по направлению передовые производственные технологии. 2007年年底呢，俄罗斯联邦呢进行了一个公开的这个竞争选标，在所有的大学、所有的院、科学院、社会院。 院的科学院的学院里头，进行了一个竞争选标，圣彼得堡理工大学呢，在这里头，正好是在这个先进生产工艺项目方向的胜标。Например, Московский государственный университет в области квантовых технологий, а Московский физико-технический институт в области искусственного интеллекта.
比如呢，莫大呢，它是在另一个方向得到了竞标胜地；那个莫斯科物理工艺大学呢，它是在这个生物医药方面竞标得到了胜地。 На этапе формирования заявки сформирован очень мощный консорциум из 40 организаций, которые, в частности, кроме таких корпораций, как у нас Ростех и университеты, входит и китайский центр, и центральный институт в области автомобилестроения Катарк. 像我们在这个工作这个范围之内呢，除了像我们这个公司，包括这个圣彼得堡理工大学，包括俄罗斯新技术，里头也进入了那个中国。 汽车研究院. Одной из задач центра является установление тесных, прочных и экономически эффективных международных контактов, сотрудничества, чему и предназначена эта выставка, для чего и работает эта выставка. 目标呢，就是为了建立一个，就是我们一个有效的、坚固的一个基础，为我们中俄国际合作做一个坚固有效的基础。 И если кратко назвать технологии передовые, то это в первую очередь цифровое проектирование, моделирование. 假如这个数字技术的话，简单的说就是数字建模。 На базе цифровых платформ с помощью системы интеллектуальных помощников. 在这个数字模型为基础上，在这个数字助手。 Это движение в направлении развития искусственного интеллекта в самой сложной человеческой деятельности проектирования. 这就是建立一个人工智能的工作方式，这是最难的，作为一个模仿人力这个工作能力的这个方面，这是最难的一块。 И это направление называется формирование, разработка цифровых двойников изделий, всех конкретно изделий самолетов, автомобилей и цифровых двойников производства. 这就是要建立一个数字模型，包括你这个汽车工业啊、航空工业啊，以及其他的这个生产过程中工业各种工业领域中建立一个数字模型。 Это, конечно, новые материалы, аддитивные технологии, аддитивное производство. 当然，这也包括这个新材料、新的技术、新的这个生产过程。 Это суперкомпьютерные технологии, большие данные, big data. Искусственный интеллект. 包括这个超算，这个用来处理这个大规模的这个数据。 Конечно, это робототехника и предсказательная аналитика. 当然也包括这个机器人技术，也包括这个预测方式。 Вот в этих направлениях Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого является лидером в Российской Федерации, тесно взаимодействует с российской промышленностью и с высокотехнологичной промышленностью Китая. 在这些方向呢，刚好就是圣彼得堡理工大学呢是属于领先的，在俄罗斯联邦和俄罗斯的这个大型企业，也和中国境内的高新技术企业进行合作。 那能不能请您为我们介绍一下CML工程中心实施的重要项目，以及它与中国和欧洲国家合作伙伴的一些合作情况？ Можете CML Engineering Service Center в сфере сотрудничества с европейским партнером, с китайским партнером? В нашем университете есть такое передовое подразделение инжиниринговый центр, который был создан совместно с группы компании CML. 我们在这个圣彼得堡理工大学呢，有这样一个 CML 工程中心，它是跟那个 CML 企业一起合作建立的，它是一个先进的先进技术企业。 Также как политехнический университет, ведущий политехнический университет Российской Федерации. 同样作为这个俄罗斯的这个联邦的这个主要的先进的这个学校。 Так и компания CML является самой инновационной компанией Российской Федерации, национальным чемпионом и лауреатом промышленной премии Российской Федерации индустрии. CML 这个公司呢，也是这个在俄罗斯高新技术领域，它是一个冠军公司，在拿到了一系列的这个各种各样的奖状。 Сотрудники инженерного центра, инженеры, имеют уникальный опыт работы с немецкой автомобильной промышленностью. CML 这个工程中心呢，和俄罗斯和德国的一系列的这个大型的这个汽车企业合作紧密。
А два года назад мы активно начали взаимодействовать благодаря нашему созданному представительству в Шанхае с многими компаниями из китайской автомобильной промышленности. 开始了自己的业务，然后和一系列的中国企业进行了合作沟通。 Благодаря участию в этой выставке в этом году мы приобрели новых партнеров, потенциальных заказчиков, с которыми мы будем разрабатывать новую технику, новые автомобили, в первую очередь для китайского рынка. 在这个展会的帮助下呢，我们今年又认识了合作了新的这个汽车行业的企业，汽车行业的潜在的客户。 为他们进行一个服务。 Но компетенции инженеров инженерного центра Политеха, Политехнического университета, они не только в автомобильной промышленности, они в том числе и в аэроспейс, в авиастроении. CMI工程中心呢，作为这个圣彼得堡理工大学底下的一个工程中心，它的工作领域啊，不仅仅是这个汽车行业，而且还包括航空领域。 Мы два дня очень плодотворно поработали вчера и сегодня в такой центральной авиастроительной компании Китая, как Комак. Встретились с президентом Шанхайским центра проектирования и научных исследований, с главным конструктором и с ведущими специалистами. 和这个上海飞机设计院院长和上海飞机设计院的总设计师和他们的很多这个工程专家工程师见了面进行了沟通。 Ну и одна из следующих задач, следующие этапы на ближайшее время – это создание то, что называется фронт-офисов в разных городах на площадках лидеров китайского автопрома и развитие взаимоотношений с Комак. 下一步呢，我们要建立一系列的前沿办公室，在中国，在这个中国的主要的汽车行业的合作伙伴的基地上，建立一系列的这个办公室。那么我们呀也注意到了圣彼得堡理工大学的展台当中啊，有 CMM Car， 那还有托普优化设计车辆的后悬挂的摆臂和转向节。那么能不能请您为我们介绍一下这个整个车的开发以及理工大学工程中心的一些业务？ Мы видели на выставке CM Car и еще некоторые запчасти от автомобилей, как пиливые кулака, фронт ног. Вот. А вы сможете еще познакомить нас с CML инженерного центра подробнее? В автомобиле. Вот как раз инженерный центр Политехнического университета, группа компаний CML представила на этой выставке концепт CAR, CML CAR. 刚好就是呢，我们这个 CML 工程中心啊，在这个展台上呢，展示了这个 CML CAR. Автомобильный рынок самый большой, около 100 миллионов единиц автомобилей выпускается на рынок ежегодно. 每年呢，这个在这个巨大的汽车市场呢，要 供给提供销售将近一亿左右的这个一亿。китайский рынок это треть мирового рынка, более 200 автопроизводителей здесь работает. 在中国有将近200个这个汽车企业在生产，它是一个巨大的汽车市场。И мы поставили перед собой задачу, имея опыт работы с мировым автопромом в Германии, в Соединенных Штатах, сейчас уже и в Китае. Давайте спроектируем автомобиль, который будет по многим характеристикам самым лучшим. 我们在这呢，想就是根据用我们这个跟这个欧洲这个大型汽车企业、美国大型著名汽车企业合作的经验，在中国呢，我们设计车辆，让这些车辆的这个性能啊，要超过其他所有的车辆，成为一个性能最好的汽车。 Причем на первом этапе мы не ограничили себя выбором определенных материалов или какими-то производственными технологиями. 而且呢，在第一步的话，我们并没有把自己限制在选择某些特定的生产材料或者特定的车型等等，我们没有这种限制。 Мы немножко пофантазировали и решили сделать так, как если бы автомобиль смогла бы и захотела бы сделать природа, которая столетиями эволюционируя, выдала бы нам самый оптимальный вариант. 我们
就是扩展了自己的一些想象力。我们在想象，假如自然界它要经过各种多少年的进化，然后产生一辆车的话，它会是什么样子的？我们就以这个思维进行开发。И фактически это новая парадигма проектирования, которую мы часто называем парадигма проектирования за гранью интуиции, опыта и знаний генерального конструктора. 这个实际上是一种就是完全新型的开发形式。我们经常把它称之为就是一般的传统的有经验、富有成效的这些工程师、开发人员的超出了他们的所有的想象力之外，我们设计了这款车型。То есть в результате мы получаем такие решения, до которых человек бы не додумался. 到最后的结果就是我们得到了这种解决方案，得到了这种汽车。一般作为一个人来说的话，他会从来想不到了，从来不想。Причем мы эффективно распределили материал, получилось, что автомобиль состоит из разных материалов, где-то композиты, где-то металл и так далее. 然后这个车的这个整个的用材。用了各种各样的 材料，包括你金属，包括这个复合材料等等等等十几种。Ну, в первую очередь, мы ограничили класс автомобиля, что это электрокар, это очень актуально для Китая. 首先呢，我们把它定标为一个新能源汽车，这样的话就是能够更加适合中国。Это двуместный автомобиль. 这是双座汽车。Ну и, например, все понимают, аэродинамическая форма должна быть и красивая, и наименьшее у нее аэродинамическое сопротивление.当然呢，它的这个风阻外形呢，我们大家都知道，它必须首先要漂亮，而且呢，风阻力要小。Представьте себе кирпич из песчинок, с которого начали сдувать, издули лишние частички, получилась та форма, но для этого нужно применить суперкомпьютерные технологии на, там, скажем, 16000 ядрах. 我们呢，在这个设计过程中呢，用了16000个核的这个超级计算机，你们可以想象一下，拿一块砖头。放在风洞里去吹，然后把多余的部分全都吹掉，这完全一种，完全是一种新型的这个开发技术开发系统。И вот это аэродинамическое сопротивление получается процентов на 10-15 лучше, чем на 10-15% лучше, чем у самых лучших автомобилей, которые есть на рынке. 我们这个风阻效率的话，有10%、15%的这个程度优于任何一个最好的这在市场上现有的车辆。Итак, по каждой характеристике, это вес кузова, снаряженный вес автомобиля, это вибрация, акустика, шумы, это прочность, долговечность и, конечно, пассивная безопасность. И теперь, увидев этот проект, самый оптимальный, который мы можем назвать бионический автомобиль, Bionic Automotive, и, соответственно, это best of the class, то есть решение лучшее в классе. 这样的话，最后你们看到这辆车，它就是一种最前沿的新型的车辆，它是英语称之为 best in class, 就是在同业里头最好。И дальше мы можем внести ограничение, сказать, теперь я хочу такой же хороший, но только из металла с помощью традиционных технологий. 接下来呢，我们可以做一些各种。根据自己的要求，根据生产厂家要求进行改变。比如，我要同样这样好性能好的汽车，但是我不要复合材料，我要用这个金属材料把它做出来。И тогда получается автомобиль, который из привычных металлических деталей, соответственно, он генерируется почти в автоматизированном режиме за месяц. Он будет тяжелее, но он будет значительно дешевле. 在这个自动化的、完全自动化的这种设计辅助设计条件之下，我们在一个月之内。就能把它从这个多种材料使用的这个状况之下，给它优化到光使用金属材料。当然了，它会更加重，但是所有的性能指标全都不会差。То есть имея самое лучшее решение, мы можем опуститься на любую ступенечку, на какую хотим, с точки зрения характеристик, в первую очередь цены или ограничений производства. 当然，从这个性能角度来讲的话，我们首先是达到最优的状态，然后。我们在考虑，比如降低成本啊，用其他的更便宜的材料啊，等等，我们就可以往低的地方给它优化，按照客户的要求。И в наших планах мы это уточним эти планы, но где-то, наверное, осенью мы предполагаем привести уже автомобиль изготовленный в, значит, Китай, Шанхай и в Париж на выставку. 我们当然就是计划在秋天的时候呢。
我们把这个做好的这个车啊，是实际的实样车，把它展现在中国，当然也会到巴黎去展示。 Но выставка подтвердила интерес, скажем, вот примерно 10 компаний китайских к этому подходу и к взаимодействию вот в этом направлении. 当然，本次这个展览会呢，也展示了有大概有超过10个的中国企业对这个合作，对接受这个新的车有非常强烈的愿望。 Это одна из основных таких разработок инженерного центра, а вот сегодня в Комаке мы показывали другую разработку. Это гидросамолет, который может без шасси садиться на снег или на воду, стартовать с воды там и так далее. Это небольшие самолеты легкомоторные на 2-6 человек. Это CMOK, это наш основной проект. 水上飞机，这个飞机呢，可以在水上、雪地上、草地上起降，那个坐4到6个人。今天呢，我们把这个项目呢，也给那个中国商飞展示了。 Таких проектов у нас несколько, они фактически иллюстрируют собой термин инновационные прорывы. 这样的项目呢，我们有好几个。一般来说的话，比如在这个航空领域或在他自己的各个领域之中呢，它是一般是有突破性的。 То есть мы заглядываем за технологическую границу фронтир и получаем решения, которые чрезвычайно неожиданны и на рынке не представлены. 我们一般在设计开发的时候呢，我们瞄准这些技术瓶颈啊，那个工艺瓶颈等等。但是我们最后展现的结果，我们自己都对我们来说都是非常惊讶的，它能达到这么好的效果。 那您这次来到中国，来到上海的上交会，您有何观感呢？对未来又有什么展望呢？ Ви зараз ви побували на виставці, а яке у вас впечатлення і яке у вас на будущее взгляд? Ну я уже неоднократно говорил, что мы очень высоко оцениваем и само участие в выставке, и результаты, которые мы достигли за 3 дня работы выставки. Мы получили новые контакты, мы заключили новые, подписали соглашения, и у нас есть новые партнеры. Это очень хорошие результаты, это хороший задел на будущее. 签了更多的协议和合同，当然那个我们会更加朝这方面努力。 Видимо, мы выйдем на режим, когда будем участвовать 2 раза в год в выставках. Наверное, это весна-осень. 我们目前看到大概应该是春天跟秋天各参加一次。 И регулярно участвовать вот в конференциях. Ну, например, на следующей неделе будем конференция. Это Танцинь под Пекином. 当然，那个我们也会按时经常的参加一些就是论坛啊这些发布会，比如下个星期就会在北京就会有。Там будет представлено много десятков компаний китайских высокотехнологичных из области автопрома. 那边下个星期的展会呢会有几十个全中国的这个各行各中国的汽车企业展现他们的高新技术。 И как и в прошлом году, в мае мы уже получили приглашение Центрального китайского института выступить с пленарным докладом на конференции по вибрации, акустике и шумам в автомобилях.去年5月，我们受到了这个中国汽车技术中心的邀请，参与并在这个国际这个噪音路噪研讨会上做了演讲。 И это помимо регулярной деятельности с нашими партнерами, университетами, высокотехнологичными компаниями Китая, которые мы ведем, которую координирует наше представительство. Это мы和中国的公司、企业、院校合作交流的所谓的结果，这些合作交流都是我们上海办事处的工作成果。 那听完您的详细介绍，我们也更加期待中俄双方能够有更多的相互交流学习，同时在经济治理共和发展当中，也欢迎俄罗斯的有志之士来到中国、来到上海，在技术等各方面进行多多交流合作。
После вашего рассказывания мы более подробно узнали про некоторые моменты области между российской и китайской стороны. Мы надеемся, что будем еще лучше в области работать в этих сфере, и достижение будет лучше. Мы тоже на это очень надеемся. Выставка, безусловно, этому способствует. Спасибо большое, что пригласили меня на интервью. Я надеюсь, я ответил на ваши вопросы. 当然我们也是这样希望, 这也是这个展会带来的结果. 我们也是, 谢谢你, 邀请了我, 来这次采访, 非常感谢. 好, 谢谢. 谢谢. До новых встреч. 下次见面. 那由于时间的关系，本场节目就到这里。那再次感谢您的做客，同时也感谢广大网友朋友们的观看与支持。我们稍后再见。